Мамины цветочки. Вот они, мои цветочки. Бегут, бегут мамины цветочки. Куда бегут? А вместе с ними и покрывало вот бежит, бежит, бежит и бежит. А ну, куда вы бежите? Принцесса, мамина. Мамина заклевище. Ты куда бежишь? А? Куда бежишь? К папе? Ты к папе, да? Или за папулей? Ничего, папуля скоро придет. Придет сейчас твоя папуля. А ты? Ты поболтать хочешь? Поболтать хочет мой синуля. Говори, солнышко, говори. Скоро сестренка тоже начнет болтать. Да, 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 мамины сокровища. Мамины комочки. Мамины солнышки. Принцесса, принцесса. Ой, ой. Они только поели, потом я им поменяла подгузники, и вот лежат мои карапузики. Да. Оба хотят на руки, конечно же. Синуля, а я мамина дочь. Вот она любит, когда его так пальчики массирует, ладошку и пальчики. Ай, так, вот так, вот так. Ну, она сейчас вредничает. Она сейчас... вот она вредина. Вот смотрите. Как выглядит вредность? Как выглядит вредность? А? Синуля, а ты же не будешь вредничать? Нет, скажи, я не буду, я не такой. Привет-привет всем. У нас 4 часа дня. Это у нас обед. Мама, как всегда, приготовила аварский хинкал. Вот так выглядит именно аварский хинкал. Большие крупные кусочки теста варятся. Сушеное мясо. Здесь томатная паста, жареная на сливочном масле с чесночком. А вот эти вот хинкалики вареные, а потом жареные. У меня брат любит именно в жареном виде их. Нам приятного аппетита и всем, кто за столом. Мы проснулись. Мой серьезный парень. А дочь не знает, то ли заплакать, то ли засмеяться. Вазихля! Точно, она как будто не знает, что ей делать сейчас, а? У меня солнышки. А вот и мои лысики спят. Мамин сынуля и мамина доча. А мне постоянно писали о том, что я дома детей одеваю чепчики. Ой, а почему я это делала? Все-таки девочки мои, детки родились недоношенными, они не сохраняли тепло и постоянно мерзли. Нужно было за них сохранять это тепло. Сейчас уже они как нормальные детки, поэтому спокойно дома без чепчиков. Уже не так тепло я их одеваю. Мой синуля, потягусочки, еще мамины солнышко. Это моя капризуля. Как я и предполагала, когда я познакомилась со своей дочерью сразу после рождения, что она будет очень капризной, что она мне даст фору. Вот так и получается. Она моя капризулька. Она всем мозг выносит, но все равно не любить ее невозможно. Она такая сладкая. Вредная сладкая девочка моя. Такс.
Так, смотрите, как наши цветочки раскрываются уже. Вот, уже три полностью раскрытых цветка. Ровно три цветка мама раскрылась. Красота. Красота. Интересно, мой который... О, комар. Мальчик, наверное. Девочка крепко спала. Интересно, мои, которые в Измире, декабрист, как себя чувствует? Надо сегодня у мужа спросить. Сегодня дождь у нас моросит. Я думала, погода хорошая, оказывается, моросит. Мне нужно пойти купить дождевик на коляску, который я деткам взяла. Никак вот не дойду. Точнее, никак вот не выйду. Ой. Все, что осталось от моих цветов. Остальное мама все раздарила. Мультиварка, которую я покупала, когда они только-только появились. Все, теперь здесь лежит. Что на ужин? А, дочь плачет. Я же говорю, как я открываю камеру, она начинает плакать. Опять наши чудушки, мамины дежурные чуду. Это ее визитная карточка. Сегодня она сделала чуть потолще. Сегодня толще у тебя, чем обычно, мамани. Начинки много. Да, много начинки с творогом. Рецепт она не дает. Вот, не дает. Убежала опять. Там у нас на подходе салат неженка. Когда, интересно, Даш? И сверху она намазала толокно со сливочным растопленным маслом. Это просто бомба. Это вкусная вещь. Это очень вкусно. А вот, девочка моя проснулась. А не мами на принцесса. Ой, не. Тебя забыли, да? Все, их надо кушать, пока они горячие-горячие. Всем приятного аппетита, кто за столом, ну и, конечно же, нам. Привет, мои хорошие. Сегодня у меня сонный вид, целый день провалялась. Да, целый день, можно сказать, сегодня провалялась. Сынуля тоже, доча тоже, мы проспали. Сынуля заснул под утро, и так получилось, что до обеда мы с ним спали. Просыпался только поесть. А потом еще в обед доча присоединилась к нам, и мы здесь втроем. Вот. Вообще сегодня такое состояние, знаете, я себя чувствую, как вареный овощ обычно. Сынуля, не пукай, пожалуйста, пока я снимаю. Здесь он лежит сзади меня. Как вареные овощи, у меня состояние. Собиралась пойти в аптеку и в детский мир, но не смогла себя собрать. Да, и в тот момент, когда хотела собираться, отключили, как всегда, электричество. Я не знаю, последние 4-5 дней у нас постоянно отключают электричество. Но радует, что ненадолго. Что я хотела в детском мире? Думала посмотреть вот эти вот книжки, серию книг для развития деток. «Семь гномов», по-моему. Да, если не ошибаюсь. Мне несколько девочек в личку писало об этих книжках. Я в интернете посмотрела отзывы, довольно неплохие. Многие мамочки пишут, что там есть книги, по 12 книжек идет в наборе. Каждый набор для определенного возраста. Я, конечно, рассматриваю самый начальный, это от 0 до 12 месяцев. И вот мамочки пишут, что как бы большинство книг деткам не интересны, так как детки еще маленькие для этих книжек. Ну ничего, пусть будут, подрастут, после годика буду показывать, ничего страшного. Так как я в Турции не найду так подобного плана книжки на русском языке, поэтому думала купить здесь. Сынуля. Дочь у меня в люльке спит. А вот еще думала, у нас заканчиваются подгузники. Сына сейчас буду переводить на троечку, двоечка ему уже жмет. Я заметила такую особенность. Двоечку я покупала за 700 рублей или за 800, я уже не помню, 80 с чем-то штук. А тройка 80 штук уже стоит 1300 рублей. Почему такая разница, девочки? Вроде в размере, там количество используемых материалов, там не такая большая разница. И тем более количество памперсов, количество подгузников
а меньше, где третий размер, чем в упаковке, где размер двоечек. Вот такой вот вопрос у меня. Может, кто знает, почему такая разница. Вот. Что еще? Что еще? Завтра у нас понедельник. Сегодня воскресенье. Завтра понедельник. Вызову на дом медсестру. Я где-то в неделю или нет, не неделю, нет. 10 дней один раз вызываю на дом медсестру, чтобы она взяла у деток кровь, проверили гемоглобин, лейкоциты и так далее. Буду проверять завтра еще кал, мочу, вот это все-все-все, знаем всякие вирусы. Чем водить деток в поликлинике, непонятно куда, непонятно зачем, непонятно с кем там в очереди стоять. Больные, здоровые, все перемешку. Мне проще вызвать медсестру. Вызов медсестры обходится 500 рублей. На улице какая-то музыка. А, нет, это не музыка. А вызов медсестры обходится 500 рублей. Ну и, естественно, все анализы тоже платные. Вот, это будет завтра. Еще что у меня... Кстати, звонила я на днях по поводу загранпаспортов деткам. Мне сказали, дней через 10 они будут готовы. Как раз дней через 10, получается, ровно месяц, как мы подали заявление. Как они и говорили, через месяц, так через месяц, получается, и будут готовы. Паспорта-то будут готовы, но прямо перед Новым годом я, наверное, не буду улетать. Ну, точно еще неизвестно. Будем думать, будем думать. Короче, будем решать проблемы по мере их поступления. Наш папочка нас ждет каждый день, какие-то фотографии того, что он приобретает, каждый день что-то новое домой тащит. Но это все вы потом увидите. Хотя я его просила ничего не покупать без меня, потому что многое может не понадобиться, но он все тащит и тащит, тащит и тащит домой. Вот такие вот у нас дела. По поводу видео, вот я решила в этом небольшом видео затронуть все темы. По поводу... Да, Синуля? У меня Синуля уже вовсю огукает, бакает, бекает, пытается разговаривать. Ну, как разговаривать? Неслагаемо, конечно, но пытается что-то как будто говорить, на все реагирует. А доча пока не огукает, но она тоже уже начала реагировать на погремушки, на разговор уже. Но пока в ответной реакции как таковой нет, кроме того, что... ножками, ручками дрыгает, вот так вот смотрит. Вот, детки, короче, развиваются. Вот, что я говорила. По поводу видео, вопросы маме. Видео будет, но пока не знаю, когда это будет. Знаете, почему? Потому что целый день бывает то одним ребенком заняты, то вторым, то мама кушать готовит, то куда-то ей надо пойти, то мне надо выйти. И вот чтобы они вдвоем спали, и у нас у обеих не было дел, и был такой настрой снять видео, такого, ну, редко бывает. Поэтому пока не получается. Это же нужно настроиться, сесть, хотя бы минимум полчаса потратить, чтобы заснять это видео. Вот такие вот у нас дела. Но на этом... Синуля... Покажу вам его. Ой, да где мой Синуля? Где мой сынуля? Синуля, ты где? Синуля? Вот смотри. Смотри, кто это? Это кто такой хороший мальчик? Ты знаешь этого мальчика? А? Знаешь этого мальчика? У меня сын сразу, как видит телефон, смотрит в камеру. Я не знаю, это, видимо, он еще, будучи у меня в животике, научился этому. Мама ведь все время с телефоном ходила. Дочь пока особо не реагирует. А еще вчера я, когда читала отзывы о книжке «Семь гномов», вот эти все картинки, которые есть в книжках, показывала своим деткам. В основном сын. Но сын реагировал. Он прям
вот так прям реагировал на эти картинки, поэтому я загорелась купить. На телефоне не хочу показывать, потому что от телефона портится зрение. Конечно, было бы очень удобно ничего не покупать, показывать в телефоне, но не хочу, не хочу. Вот. Дочка пока сильно на яркие картинки не реагирует, но реакция есть. Не могу сказать, что вообще нет, но такой, как у сына, нет. Потому что дочь чуть-чуть отстает от сынули в развитии, но это нормально, потому что она и родилась, у нее вес был на сколько, 600 грамм меньше, чем у сынули. Вот так вот. Ну все, сейчас моя принцесса, наверное, проснется скоро. Кстати, еще по поводу, помните, я покупала железо Ferlatum Fall. Вчера, первый день, я наконец-то дала деткам, до этого давала Мальтафер. А вчера начала давать Ferlatum Fall. Вкусное сладкое лекарство, препарат точнее, очень вкусненький, сладенький. Но мои дети особо его с таким желанием не пили. Особенно сын. Сын у меня сладкий вкус, я заметила, не любит. Например, я ему даю Илькар утром и вечером. У Илькара не сладкий вкус, такой немножко даже чуть-чуть с горчинкой. Чуть-чуть с горчинкой отдает. Вот Илькар он пьет спокойно. А вот все, что связано с сладкое, например, я еще даю ему Пантаган с магний B6. Тоже магний B6 сладкий получается. Он прям вот так лицо кривит, не любит. А дочь вообще спокойно принимает любую жидкость. Но вот вчера железо тоже ей не понравилось. Видимо, она была вчера не в настроении у нас. Вечером она капризничала, была не в настроении, моя красавица. Зато ночью спала хорошо, в отличие от сына. Ну что делаем? Вы уже проснулись? Да. А мы видео снимаем. Да вы что? Да. Как раз говорила, сейчас говорю, принцесса проснется. Рассказывала, как она вчера железо не хотела пить. Ой, вредничала. Ой, солнышко. Да. Я тебе рассказываю. Ты у нас эфирная принцесса? Да, принцесса. Эфирная принцесса. Ты ну, все, на этом закрываюсь. Видео, ответы на вопросы маме будет, но пока не знаю, когда. Пока-пока. О чем мама? О чем тут мама? Вот тебе же вопросы задали, и все меня спрашивают, когда ты будешь на них отвечать. Ой, Алла, какие вопросы? Я тебе почитаю, какие.